Это точно не Катахула. Какая-то глухомань. Они же сказали, что едут в город. Видимо, это он и есть. А где здесь телефон? Электричество есть, а телефона нет. Нам нужно в город, где есть телефон. Сначала поешьте. В город можно позже поехать. Нет, нам нужно сейчас. Ну, выпейте что-нибудь, повеселитесь. Здесь всегда праздник. Черту телефон, он подождет. Пойдемте, я покажу, где умыться. Нам бы умыться. Ну что скажешь? Немного полегчало. Хотя бы умылся, уже хорошо. Да. Ты их не боишься? Естественно, спокойно уснуть я бы здесь не смог. Может, оставим наших благодетелей и пойдем искать город сами? Какой смысл? Если нас все еще ищут, то нагонят в болотах. Здесь безопаснее. Ладно. Но с первой же попуткой надо выезжать. Пиво. Спасибо. Ты успокойся, Хардин. Это мирные хаджуны. А те остались в лесу. Сам успокойся. Посмотри, кто там приплыл. Кто? Двое на лодке. И что? Как думаешь, это те самые из леса? Откуда я знаю? Первый раз вижу. А я думаю, это они. Не будь параноиком. У меня есть причина для паранойи. Они хотят нас убить.
Мы последние свидетели. Ничего они не сделают. Посмотри, сколько здесь народу. А? Хардин, расслабься. Хорошо.